Ну-ка, покажи нам, как его делают. Маленький, да, чтобы он у нас уместился в нашем шприце и мясорубке. Пластилиновым ножиком? Да. Ну, фарш-то мы же таким обычным режем. Срезай фарш. Смотри, как много его. Перекладываю фарш в тарелочку. Так, ну теперь лепи пельмешку. Столько? Ну, чуть-чуть. И залепляй. Получилось? Да. О, умница, молодец. Громко, громко скажи. Ну нет. Скажи. Нет. Ну скажи, Мила. Наши пельмешки готовы, пока-пока.